Дорогие друзья, последний свой шикарный просто финальный номер мы бы хотели доверить человеку, которому доверяет сам президент России. Итак, встречайте, Дмитрий Сергеевич Песков! Подожди, выключи музыку, где он? А, он же звонил, я забыл. Он сказал, что задерживается на работе. Да, ну как, это же финал, так же нельзя. Татьяна, где он? Что делать, а? Да он задерживается на работе, просто подождем немного и все. Мы не можем 6 лет ждать. Это... Объявляйте, готово! Встречайте, Дмитрий Сергеевич Песков! Подождите, это ж наш Даниар! Да я Папа Дику узнал! Песня! Удачи! Неважно, кто ты и в чем одет, ведь КВН меняет абсолютно всех. Подожди 2-3 минуты, все дела останови. Не могу стоять на месте, я танцую. Я танцую, как умею, но попробуй посмотри. Ой, смотрите-ка, а кто сидит в жюри? Татьяна, я, конечно, понимаю, что вы не можете открыто поддержать какую-либо команду в финале, но мужа своего вы можете же поддержать. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Татьяна, это не ваш муж, это Даниар. Заткнись. Браво, браво, Дмитрий Сергеевич! Браво, браво, Дмитрий Сергеевич! Браво. Браво. Хорошо, браво. Хорошо. Если это Дмитрий Сергеевич, тогда где Даниэль? Да хватит уже! Хватит уже! Татьяна, большое спасибо, что вы нас Даня. Поддержали. Ваши аплодисменты! Спасибо!